Каждый год для юных археологов организовывается проект, который рассказывает ребятам увлекательные и необычные истории. Кроме новых знаний, проект нужен для того, чтобы дети понимали, что археология – это не только про египетские пирамиды и Великую Китайскую стену. В Беларуси тоже можно найти много интересного. На самом деле главная цель – это популяризация археологического наследия своего региона. Поэтому мы занятия строим, фокусируясь на своих предметах, которые есть и найдены на территории Гомельской области. В этом году проект рассчитан на две группы от 9 до 12 лет. На уроках дети изучают общее понятие археологии, проводят раскопки, определяют, из какого материала сделан тот или иной предмет, а также к какому периоду он принадлежит. Ребята с удовольствием приходят на занятия, чтобы попробовать на себе интересную работу исследователей древней жизни. Я давно хотела куда-нибудь подобное место записаться, потому что, мне нравится такое что-то связанное с историей, с прошлым. На первом занятии мы проходили что такое понятие археология, как предметы, собственно говоря, достают из земли, как узнают вообще, что они там находятся, их возраст и так далее. Потом мы также из песка откапывали предметы, доставали их и записывали, что это за предметы. Я еще в прошлом году ходила, и я просто интересовалась, что такое археология. Мне задался вопрос, а мама нашла, в парке проводится курс. Мне стало интересно. Проект «Лето в археологии» прививает детям понимание ценности вещей и бережное отношение к предметам нашего исторического наследия.